В семье Серебряковых 7 детей, причем только один ребенок кровный. Остальных Юлия вместе с мужем взяли под опеку. Если бы мне кто-то когда-то сказал, что у меня будет 7 детей, я бы не поверила. Но так случилось в жизни, что мы помогли двум деткам, поняли с мужем, что у нас получается, и решили еще помогать другим детям по мере своей возможности. Замещающих семей в нашем районе много. Вырастив своих детей, супруги часто принимают решение взять малыша из детского дома, которому жизненно необходимы родительская любовь и забота. Мы уже более 5 лет сотрудничаем с некоммерческой организацией «Супермамочки» по разным вопросам, в том числе и по замещающим семьям. 5-й год они приглашают наших ребят на праздник с замечательными артистами, сказками, подарками. Мы сотрудничаем с ними не только в этом направлении, но и в ближайших планах у нас создание ассоциации замещающих родителей Одинцовского района. В канун самого долгожданного праздника «Супермамочки» поздравляют детей из замещающих семей. Исполнить желание каждого мальчишки и девчонки – задача не из легких, но активным мамам все по плечу. 2-й год подряд у нас не просто подарок в виде игрушки, у нас и сладкие подарки, и раскраски, и фломастеры, пластилин, детская косметика. То есть подарок прям достаточно большой, объемный. Я думаю, что все дети довольны и рады этого подарка. Железная дорога, роботы, куклы, коляски. Дети во все времена просят у Дедушки Мороза игрушки. Главный волшебник страны не скупился в этот день на подарки. Ребята с трудом удерживали огромные коробки. На выручку пришли мамы. Я хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Берегите своих детей, счастья, здоровья и успехов. Новый год – время чудес и волшебства, но самое главное чудо в жизни этих детей уже случилось. Они обрели дом и любящих родителей. Мария Шматкова, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцово».